Цепные трое. Я сегодня расскажу о том, как любое вещественное число можно разложить некоторым определенным, причем столбным образом, в некоторое выражение, которое называется цепная тройка, и каким законом удовлетворяют эти самые цепные тройки. Мы сейчас живем в 2013 году. Поэтому давайте в качестве примера возьмем число 20-13. Очевидно, что это единица плюс 7-12. То есть единица плюс единица делим 12-7. А 13-7 это 1 плюс 6-7. А 6-7 это деленное на 7 шестых. Это единица плюс единица делить на 1 плюс 7 шестых. Итак, разложение числа 20-13 выглядит следующим образом. Такая вот цифра. Единица плюс единица деленное на 1 плюс 1 делить на 1 плюс 7 шестых. Это означает, что число 20-13 мы сегодня будем записывать следующим образом. Пишем единица, точка с запятой, 1,1,6. Вот это называются элементы цепной тройки. Обратите, пожалуйста, внимание, здесь всегда идут единицы, а здесь вот идут разные числа. Это, кстати, может быть даже отрицательно. Давайте-ка сейчас посмотрим, если взять минус 20-13. То есть минус 20 разделить на 13. Как взять целую часть? Это будет минус 2 плюс 6-13. Так, я сразу, что называется, в скобках скажу. Я сегодня весь день буду пользоваться одной и той же формулой. Любое число я буду представлять в виде суммы его целой части и дробной части. Какие условия на целую часть? Условия очень простые. Если есть вещественная ось, и на этой вещественной оси есть числа 0, 1, 2, 3 и так далее, а также минус 1, минус 2, минус 3 и так далее, то вот смотрите, когда берешь любое число А, вот в произвольном месте берешь число А, то у него есть его целая часть и приближение сверху. Давайте поймем, что это такое. В данном случае вот эта точка, это называется целая часть. А вот этот вот маленький отрезок называется дробная часть. Какими свойствами обладают целая и дробная части? Дробная часть никогда не бывает отрицательной. Дробная часть никогда не бывает отрицательной, никогда не бывает больше единицы. А целая часть числа обладает следующим свойством, что она меньше или равна, чем само число, но следующее число уже таким свойством не обладает. Значит, итак, число А заключено между целой частью А, целой частью числа А плюс 1. Целую часть по-английски называют floor, пол. На самом деле, ту же самую величину записывают так. Вот не обязательно ставить с двух сторон эту штучку, можно ставить только с ними. Да? А еще есть такое понятие. Потолок. Верхняя целая часть. В чем отличие? В том, что число всегда заключено
между своей целой частью, между этим самым flow, и заключено между своим потолком. Это целые числа. Причем вот это целое число нельзя увеличить, а это целое число нельзя уменьшить. Так, ну и в качестве контрольного вопроса. Если вы понимаете, что я сейчас сказал, то вы должны понимать, что если берешь целую часть от минус А, то это будет на самом деле минус потолок от А. Давайте объясню, почему. Что такое взятие целой части от минус А? Значит, мы число минус А берем и движемся от числа минус А налево, пока не упремся в целое число. В частности, если минус А целое число, то никуда не движемся. А если оно не целое, то движемся, пока не встретим ближайшее целое число. Но если вот сюда посмотрите, если вы будете двигаться от А наоборот направо до ближайшего целого числа, а потом возьмете с минусом, то вы получите ровно это движение. Вот, значит, связь между взятием целой части и взятием верхней целой части, она задается в точности вот этой формы. Ну ладно, в конце концов это не самое важное для нас сегодня, потому что я думаю, что все-таки то, что минус 20 тринадцатых это минус 2 плюс 6 тринадцатых, народ и без всех этих рассуждений понимал, правда? Правда. Теперь заметьте, 6 тринадцатых это уже положительное число. А поскольку это число положительное, то с ним мы работаем ровно так же, как до этого работали со всеми остальными числами. Итак, это будет единица делить на 13 шестых. 2 плюс 1 шестая. Таким образом, число минус 20 тринадцатых разлагается следующим образом. Минус 2. 2, 6. Такие элементы. Обратите внимание. Не просто получается разложение минус 20 тринадцатых из разложения 20 тринадцатых. Да? То есть, конечно, какая-то связь между этими элементами прослеживается, скажем, здесь 1, а здесь минус 2, что-то общее есть. Но не так, чтобы уж совсем напрямую. Я сейчас, конечно, должен вам изложить то, что называется элементарная теория цепной энтропии. Такая алгебраическая теория. Это, ну там есть на самом деле гораздо более интересные вещи в этой теории, как-то связанные там, со временем Пелли и так далее. Но сейчас я должен рассказать самые-самые начальные вещи, поэтому в ближайший час вы должны в каком-то смысле немножко потерпеть. Потому что дойти до смысла на самом деле удается только после того, как такие самые простые равенства докажешь. Но зато это хорошее такое школьное упражнение сейчас будет. Поэтому там, в ближайший час все будет очень легко, будет красиво. Придумал это, на самом деле, в свое время Леонард Эйлер, как и очень-очень многое другое в математике, да, вот понял, что все так совершенно все замечательно устроено. Придумал это Леонард Эйлер. Давайте сделаем. Я сейчас должен ввести главное определение сегодняшнего дня. Что такое подходящая дробь? Подходящая дробь получается, когда мы отбрасываем из цепной дроби один или несколько последних чисел. Ну, то есть, вообще, когда ничего не отбрасывают, это, конечно, тоже подходящая дробь. То есть, для числа 20 тринадцатых вот это подходящая дробь. А также такая штучка, а также если это зачерпнешь, или если это зачерпнешь, это все тоже подходящие дроби. Сейчас давайте сделаем две таблички. Одна таблица – это будут подходящие дроби числа 20 тринадцатых.
Другая табличка, подходящие дроби числа минус 20, 13. Поехали. Первая табличка устроена очень просто. Здесь будет n. Это номер. Смотрите. 0, 1, 2, 3. И будут три строчки. А именно элементы. В данном случае это 1, 1, 1, 6. Числитель. И знаменатель. Сами понимаете, в конце это будет дробь 20, 13. Теперь давайте быстренько считать. Вот если все это зачеркнешь, останешь только единицу. Это называется 1 первая. Если зачеркнешь последние две, будет 1 плюс 1 первая. Это будет 2, 2 первых. И, наконец, когда зачеркнешь только 6, так похитрее выражение, хотя тоже не очень сложное. Единица плюс 1 делить на 1 плюс 1 первая. 1 плюс 1 вторая это сколько? 3 вторых, конечно. Это, конечно, 3 вторых. Вот полная таблица. Напоминаю, для числа 20 13. Теперь для другого числа. Для числа минус 20 13. Тут даже количество столбцов будет на 1 меньше. Здесь n, здесь 0, 1 и 2. И теперь давайте то же самое. Закончится это все у нас на минус 20 13. Так, какие элементы? Минус 2, 2, 6. Так, если последние два зачеркиваем, получается минус 2 первых. Зачеркиваем только последнее. Минус 2 плюс 1 вторая. Это будет минус 3 вторая. Отлично. Вот, пожалуйста, полная табличка подходящих дробей для наших двух чисел. Разумеется, я сейчас эти самые подходящие дроби должен буду нарисовать на вещественной прямой для того, чтобы понять, как же они выглядят. Ну, смотрите, это единица, дальше двойка, три вторых и 20 тринадцатых. Отлично. Единица, двойка, три вторых. Так, что больше, 20 тринадцатых или двойка? Двойка, очевидно, больше, да? А что больше, 20 тринадцатых или 3 вторых? 20 тринадцатых больше. Ребята, мы получили стандартную картинку для теории цифровых дробей. Вот здесь вот у нас дробь, естественно, 20 тринадцатых. Смотрите, увеличили, сделали меньший шаг назад. Увеличили, ну, то есть здесь всего 3 шага, но оказывается, я не знаю, как в теории цепных дробей всегда так. То есть, когда вы берете целую часть числа, то вы, естественно, от числа, давайте я нарисую общую картину, то вы, естественно, от нашего числа идете куда? Налево, правильно? От целой части. Вот это вот целая часть нашего какого-то там числа, да, которым мы занимаемся. Оказывается, что подходящие дроби устроены следующим образом. Мы делаем шаг, какой-то шаг. Да? Понятно, что здесь вот целая часть плюс один, но до нее не доходим. Потом мы делаем назад, но меньший шаг. Потом вперед еще меньше. И вот так вот столько раз. То есть мы идем все время вправо-влево, вправо-влево, но размеры шагов все время уменьшаются. В результате вот эти все подходящие дроби, расположенные с одной стороны от нашего числа, а вот такие подходящие дроби расположены с другой стороны. А само число зажато между ними. Все понятно? Отлично. Давайте мы
с вами сейчас сделаем следующее вычисление. Возьмем корень из двух и для этого числа создадим такую же табличку. Согласитесь, что это несложно, но получится совершенно удивительный, очень поучительный ответ. Корень из двух. Целая часть – это единица. Прибавляется корень из двух минус один. Сейчас для того, чтобы это число представить в виде единицы, на что это делать, мы сделаем так. Напишем 1, корень из 2 минус 1 умножить на корень из 2 плюс 1. Хотя, если честно, это как раз и есть единица. А в знаменателе будет корень из 2 плюс 1. Очень хорошо. Это единица, так, по формуле равенства квадрата будет единица. А это значит, что здесь у меня целая часть будет двойка. И получилось корень из 2 минус 1. Господа, обращаю ваше внимание. Корень из 2 минус 1 – это число, которое у нас с вами уже встречалось. Это означает, что если мы здесь проводили вот такое вычисление, то здесь мы ровно такое вычисление сможем провести. Ну, я, конечно, напишу еще шажочек, но, наверное, многие уже поняли, почему я клоню. Значит, здесь будет опять 1 делить на корень из 2 плюс 1. А это число можно переписать, выделив из него целую часть. Следующим способом. Как 2 плюс корень из 2 минус 1. И вот, смотрите, наша работа опять свелась к тому, к вычислению того же самого. И получается окончательный ответ. Единица с точкой и запятой, а дальше пошло 2, 2, 2, 2 и так далее до бесконечности. Отлично. Отлично. Потому что это означает, что мы с вами сейчас. Так, для 13-х, а здесь у нас с вами для минус 20-13-х написана табличка, что мы с вами сейчас имеем полное право создать таблицу подходящих дробей для числа корень из двух. Вот здесь вот у меня уже есть две таблички, но это таблички для рациональных чисел. А сейчас будет табличка для корней из двух. Здесь будет число n, здесь an, bn и qn, 0 и так далее. Смотрите. Ну, здесь, к сожалению, надо все-таки будет считать немножко. Господа, смотрите. Что такое подходящий дробь? 1 плюс 1 вторая, это понятно, это 1 вторая. Единица плюс единица разделить на 2 плюс 1 вторая, это тоже легко, да? Это 7 вторая. Теперь смотрите, когда количество этажей увеличивается, какой можно сделать хитрый прием. Вместо трех двоек написать так. Первую из этих двоек написать как 1 плюс 1. Вы же, надеюсь, знаете, что 2 это 1 плюс 1? Все знают, да? Да. Хорошо. Значит, здесь будет 2 плюс 1 вторая. А теперь смотрите, это мы уже посчитали. Это же у нас с вами 7 пятых. Значит, можно вот за счет этого сэкономить. Это будет 1 плюс 7 пятых. Умножаешь на 5 числитель знаменатель, получаешь здесь 5 двенадцатых, да еще плюс 1, получаешь 5 двенадцатых плюс 1. 17 двенадцатых, да? Очень хорошо. Пойдемте заполнить табличку. 3 вторых. 3 вторых. 7 пятых. Дальше что? 17 двенадцатых. Понимаете, что будет дальше? Вот
я должен буду к единице прибавить единицу, деленную на 1 плюс 17 двенадцатых. Так, а это уже будет что такое? 41/29. Что? 41/29. Ну и последний шажочек. К единице надо прибавить единицу, деленную на 1 плюс 41/29. Это будет считаться в 70-х. 99/70. Отлично. 99/70. Разумеется, если бы доска была побольше, я мог бы посчитать еще несколько столбцов. И более того, если вот на этом месте у меня стоит pn-ное делить на qn-ное, то заметьте, я могу очень легко посчитать такое выражение. Значит, n плюс 1 входящая дробь для корня вычисляется по следующей формуле. На qn начислить, изменять, умножаю, получается такая вещь. qn делить на pn плюс qn. Окончательно это есть pn плюс 2qn разделить на pn плюс qn. Ребят, я доказал замечательный закон. pn плюс 1 вычисляется как pn плюс 2qn. А qn плюс 1 это просто сумма. pn плюс qn. Это я доказал для числа корень двух. Когда вы будете заниматься уравнением Пенделя, что это такое? Это уравнение x квадрат минус сколько-то там y квадрат, в данном случае 2, равняется единице. Ну, в данном случае плюс минус. Уравнение вида x квадрат минус dy квадрат, где d не является точным квадратом, называется уравнение Пенделя. Да? Так вот, когда вы будете смотреть на такое уравнение для случая двойки, обратите внимание, 9 минус 2 4 это 1, 49 минус 2 25, 289 минус 2 раза 144, 289 минус 288. 1681 минус 2 раза, так, 29 от 30 минус 1, поэтому это будет 900 минус 60 плюс 800, потому что вы читали. 841 на 2, это 1682, тоже получает отличие в единицу. Господа, вот эти числа, эти пары чисел, это на самом деле решение вот такого уравнения. X квадрат минус 2y квадрат равняется x минус 1. Так что на самом деле вот такое уравнение, а оно в теории чисел очень важно, у него есть очень много интереснейших свойств. Так вот, такое уравнение оказывается своими решениями имеет числитель и знаменатель подходящей дроби числа корень из 2. Но в данную секунду меня волнует не это. Потому что, в конце концов, если я сейчас начну говорить про уравнение Пенделя, то я очень сильно уйду в эту сторону, и от этого лучше не будет. Моя цель сегодня рассказать вообще о таких проверках, а не о, хотя они тоже совершенно замечательные, а не о цепных дробях для каких-то конкретных чисел, для корня из двух, или корня из трех, или чего-то еще такого. Господа, я утверждаю, что если вот эта формула, она очень специфическая, вот эти два равенства, и именно для корня из двух, и для некоторых других, вот такого типа, например, то на самом деле есть общая закономерность, которая совсем простая. Общая закономерность такая. Если вы посмотрите на строчку нашей таблицы, а n и строчку p n,
то во всех трех таблицах видна несложная закономерность. Пожалуйста, вот смотрите на числа, ну, здесь двойки везде, может быть, даже легче будет из этого понять, как связаны между собой 41, 17 и 7. Как, что, не слышу? Ну вот, в неправильном направлении работает у вас воображение. 99, 41, 17. Кто-нибудь догадался, как это связано между собой? Нет, как тебе там? Подумайте. Еще раз говорю, сегодня лекция вполне трудовая. Надо просто смотреть, догадываться. Да не надо, не надо, вы сами начали догадаться. Ничего ты всего догадаешься. Да? Ну вот Pn и Pn получается, например, Pn это Pn минус 2 плюс 2 Pn минус 1. 41 это что? 41 это 7 плюс 2 умножить на 7. Абсолютно. Абсолютно. 41 это 7 плюс 2 умножить на 17. 17 это 2 7 плюс 3, 7 это 2 3 плюс 1. 7 верно. 70 это 2 на 29 плюс 12. 29 это на 2 на 12. Кстати, смотрим здесь, что такое минус 20? Это 6 умножить на минус 3 и минус 2. Что такое 13? Это 6 умножить на 2 плюс 1. В общем, ребята, я пишу главные формулы. Это действительно очень важные формулы. Мы их сегодня обязательно докажем. Формула такая. Очередное значение P. Pn плюс 2. Получается следующим образом. Надо взять очередной элемент, умножить на Pn и прибавить к этому Pn плюс 2. Ровно так же Qn плюс 1 вычисляется. Это An плюс 1. Отлично. Вот две формулы, которые мы с вами обязательно сегодня докажем. На самом деле, у этой таблицы есть еще некоторые интересные свойства, которые тоже обязательно нужно доказать. Значит, господа, посмотрите, пожалуйста, внимательно. Посмотрите, пожалуйста, внимательно сюда. Произведения отличаются на единицу. Произведения отличаются на единицу. Так, давайте... Кто-нибудь умеет посчитать 99 умножить на 29? Сколько? Легко. Сколько? 2871. Понятно, как это считается, да? Это 2900 минус 29. Очень хорошо. Так, а может быть вы умеете 41 на 70 умножить? 41 на 70, 2870. Отличие на единицу. Давайте пишем. Pn плюс 1 умножить на Qn минус Pn умножить на Qn плюс 1. Ну, единственное, конечно, нужно посмотреть. Скажем, если вместо n подставить 0, то это будет такая штучка. Это будет p первое q нулевое минус p нулевое q первое. Давайте посмотрим здесь, что это такое. P первое это у нас p первое это вот это число 3. Q нулевое это нет, это будет 3. Минус вот это будет что? 1. Это будет 1, да? Это будет 1. Так, давайте здесь проверим. P первое на Q нулевое это будет 2, да, это будет тоже 1. Ну что, так, это будет, ребят, минус 1 в степени n. Объясняю, почему не просто 1. Дело в том, что когда вы перемножаете вот так, будет 2, а так будет 1, единицу больше. А здесь вы перемножаете будет 3, а здесь будет наоборот, 2, 2, 4. То есть знак будет все время чередоваться. На самом деле есть еще одно свойство, которое
такое произведение. 7 минус 5. Сколько? 2. 34, а здесь 36. Минус 2. 205, а здесь так, 29 на 7 легко. Это 30 на 7, это 210. Это будет что? 203. Будет 203, да, 205 минус 203. 2. Так вот, это 2, это вот то самое. Господа, оказывается, что если мы возьмем pn плюс 1 и умножим его на qn минус 1, а здесь возьмем pn минус 1 умножим на qn плюс 1, оказывается, ответ будет тоже очень интересный. Ну, давайте посмотрим, скажем, здесь p второе q нулевое, это когда n равно единице, минус p нулевое q второе. Ну, давайте я лучше поставлю вопросительный знак, потому что как только мы докажем эти верхние три формулы, нам сразу станет гораздо понятнее, что же сюда писать. Все. Значит, итак, есть вот нам программа на ближайшее время. Вот нам программа на ближайшее время. Нужно доказать эти равенства. Ну и здесь нужно найти ответ и то же самое доказать эти равенства. В принципе, оказывается, что можно разными способами это делать. Можно по индукции это делать. И, в общем, это несложно. Но можно сделать следующее. Можно просто понять, по какой простой формуле вычисляются числитель и знаменатель очередной подходящей тройки, если вы знаете все элементы. То есть, господа, я просто-напросто могу вот такую табличку сделать не для конкретных чисел, а для любых элементов. Давайте-ка я это сейчас сделаю. Мы все это вычислим и поймем, какой на самом деле простой, совершенно замечательный ответ. Итак, бывает n 0, 1, 2, 3, 4 и так далее. Ну, я уверен, что если мы до 4 дойдем, то наверняка дальше нам понадобится. Хорошо. Теперь бывают элементы. Значит, строчка элементов. Единственное, сейчас будет вот что. Я не хочу конкретно задавать, что это за элементы. И я прямо так и запишу. Прямо так и напишу их значение. А вот дальше есть pn и есть qn. И моя цель написать явные формулы для pn, для qn. Ну, самое простое это a нулевое разделить на 1. Конечно, никаких проблем, да? Когда вы отрезали все, кроме, собственно, целой части, кроме А нулевого, то никаких проблем нет. Чтобы посчитать следующее, первый подходящий уход, вы должны, собственно, здесь такое вычисление проделать. А нулевое А первое плюс 1 разделить на А первое. Очевидно? Очевидно. Сразу скажу. Леонард Эйлер придумал обозначение, которое абсолютно было воспринято, что называется, не ура всеми математиками, стало абсолютно стандартным. Обозначение такое. Повторяю. Вводим следующее обозначение. Я не собираюсь дискутировать, потому что это именно обозначение. Потом вы увидите, что оно удобное. И, собственно, и все. Итак, когда у нас в квадратных скобках ничего нет, то это будет называться единицей. Когда там есть только число, то это будет само число.
когда там два числа через запятую, то это забавная такая штучка. Это их произведение плюс один. И, соответственно, вот это выражение можно записать так. А нулевое, запятая, А первое, квадратная скобка закрывается, А в знаменателе, А первое. Все со мной согласны? Отлично. Теперь давайте посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас простая вещь была. А нулевое, разумеется, можно записать следующим образом. Как А нулевое в квадратных скобках разделить на квадратные скобки, между которыми просто ничего не написано. Надеюсь, вы уже понимаете, к чему я клоню. Я клоню к тому, что для чисел pn и qn у меня будут две следующие очень простые формы. Pn это будет а нулевое запятая, а первое запятая и так далее. А qn это будет то же самое, только без а нулевого. А1, а2 и так далее. Вот pn и qn вычисляются следующим образом. Разумеется, я ничего не доказал, поэтому я это вот пишу в тот столбик, где у меня не доказано утверждение. Давайте я все сотру, кроме вот этой нижней картинки, потому что при всей ее простоте мне очень важно, чтобы вы это понимали. Она у нас еще тоже не доказана. Но если так посмотреть на цепную тройку, это более-менее понятно почему. Потому что когда у вас идет такая вот длинная-длинная штука, и вы пытаетесь там внизу что-нибудь там или убрать, или увеличить, то при делениях ровно так и будет, да, там, но, в общем-то, скоро мы это совсем строго докажем, а нулевое. То есть единица делить на а первое, то есть единица делить на а второе. Что это такое? Умножаем на а второе числитель 12. Получается а0 плюс а2 разделить на а1, а2. Отлично. Знаменатель А первое, А второе плюс единица. Числитель А нулевое, А первое, А второе плюс А нулевое плюс А второе. Пойду писать результаты. Значит, так. А нулевое, А первое плюс один. А здесь просто А первое. Сюда А нулевое, А первое, А второе, плюс А нулевое, плюс А второе. Сюда А первое, А второе, плюс А первое. Так, теперь уже у меня этажей станет еще на один больше. Считать, конечно, труднее становится. Ребята, а можно я применю такой хитрый прием? Если вы посмотрите на вот это выражение, то понятно, что это такое. Это на самом деле А1 точка с запятой А2. Согласны? Так вот, я же, смотрите, что сейчас могу сделать. Когда я напишу свою многоэтажную дробь, то я сейчас смогу воспользоваться тем, что все, кроме одного этажа, я считать уже умею. Смотрите, что это будет. А нулевое плюс 1 делить на А первое плюс 1 делить на А второе плюс 1 делить на А третье. Согласны? Теперь смотрите, как я строю. Вот это я считать умею. Потому что это вот такое же выражение, только в нем все индексы на единицу больше. Значит, это вот это выражение. Согласны? Согласны? Вот и все. Смотрите, что это такое. Это будет А нулевое плюс... Так, ну здесь еще перевернуть надо будет, да? И все индексы на единицу увеличить. Плюс А второе, А третье плюс один. А в знаменателе будет вот это хозяйство, когда все индексы на единицу увеличены. А1, А2, А3 плюс А1 плюс А3. Поняли?
Ну, естественно, что здесь надо еще к общему знаменателю повести. Это не проблема. Общий знаменатель это А1, А2, А3 плюс А1 плюс А3. А числитель такой. А0, А1, А2, А3 плюс А0, А1 плюс А0, А3 плюс А2, А3 и плюс 1. Значит, ребята, получается следующее. Я могу написать следующее значение. Вот, пожалуйста, я сейчас буду писать и объяснять, что пишу. Я пишу А нулевое, А первое, А второе, А третье. Все согласны, что оно здесь было? Что такое А0, А1? Что такое А0, А1? Это выброшено А2, так? Поняли или нет? Что такое А0, А1? Это вот это произведение без А2, А3. Ну да. А что такое А0, А3? Это вот это без А1, А2. А что такое А2, А3? Это без А0, А1. А что такое 1? Это произведение, в котором вы вычеркивали А0, А1 и А2, А3. То есть, смотрите, какая история. Я беру вот это вот произведение. Вообще, когда из произведения вычеркнули все множители, это считается, что оно при этом превратилось в единицу, да? По умолчанию произведение равно как бы единице. Итак, без А0, А1 это будет А2, А3. Там такое слагаемое есть. Без А1, А2 это будет А0, А3. И без А2, А3 это будет А0, А1. А без двух пар это будет единица. Господа, на самом деле именно это и заметил Леонард Эйлер. Определение вот для этих объектов, да, я написал здесь три строчки, а вот смотрите, на самом деле какая история? На самом деле какая история? Значит, что такое квадратная скобка, дальше через запятую несколько чисел и квадратная скобка закрывается. Это, во-первых, надо взять произведение всех этих чисел. Дальше поставить знак плюс и написать их произведение без каких-то двух соседних из них. Разный вариант без каких соседних. Потом написать без каких-то других двух соседних. Потом выбрасывать парами. Потом выбрасывать по три пары. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я должен зафиксировать ситуацию, в которой мы находимся. У нас есть масса и... Ну, разумеется, у нас есть не только гипотезы, а вполне себе теоремы, да? То есть мы досчитали аж до третьего места, до n равного 3, и если очень надо, мы n равно 4 посчитаем, и даже там n равно 5, в принципе, можно посчитать, да? Вот, то есть у нас есть несколько первых посчитанных значений. У нас есть гипотеза о том, что pn-ные и qn-ные возникают и вычисляются по этим формам. Так? Есть такая ситуация? Замечательно. Более того, у нас есть гипотеза, как устроена вот такая штука. Давайте я, что называется, постараюсь написать в общем виде, да, как это сделать. Устроено это так. Вот. Если несколько букв, скажем, не а, б, а А, Б, С, Д, Е. А, Б, С, Д, Е. Не побоюсь еще F. Что это будет такое? Что это такое, да? Это по определению. А, Б, С, Д, Е, F. Надо перемножить. Прибавить к этому без двух букв каких. Без А, Б. Это будет С, Д, Е, F. Без Б, С. Это А, Д, Е, F. Без С, Д. Это А, Б, Е, Ф. Так, идея понятна? Вычеркиваем по две буквы. Ну вот так я сегодня пишу, да? В конце концов будет А, Б, С, Д.
А еще к этому, когда будем вычеркивать две пары, скажем, АВ и СД вычеркиваем, у нас получается ЕФ. Скажем, АВ и ДЕ вычеркиваем, получается СФ и так далее. Только надо понимать, что вычеркиваем каждый раз пары соседних. Не просто две буквы, а по паре соседних. Вот, вот сейчас я должен взять и спокойненько доказать, ну, все эти гипотезы, все, что написано вот на этой части доски. Все, все вот это сейчас нужно доказать. Оказывается, что для этого нужно провести вычисление, только не такое вот для конкретного количества этажей, а в общем случае. Вычисление крайне простое. Давайте это сделаем. Крайне-крайне простое вычисление. Я покажу вам, как происходит переход, например, от n равного 3 к n равным 4. Собственно, мы ровно на этом месте остановились. Так давайте сделаем. Но я это буду делать как в общем виде, да? Что это означает в общем виде? Да, выписать вот. Вплоть до чего? Вплоть до А4. Согласны? Отлично. А вот дальше надо внимательно посмотреть на вот это выражение. И сказать, что вообще-то, это же цепная дробь. А1, точка с запятой, А2, А3, А4. И количество этажей на единицу меньше, чем здесь. Согласны? На самом деле, количество этажей такое, для которого мы уже здесь все посчитали. Для n равно 3 мы задачу уже решили. И точно так же, в общем случае, можно считать, что для количества, когда на один этаж меньше, у нас уже все точно известно. То есть, значит, чему же равна эта дробь? Она вычисляется по вот такой формуле. В числителе А0, А1, А2, только не 0. Только здесь все индексы на единицу сдвинулись. Пишем. Пишем, что это такое. А нулевое плюс единица в числителе. В знаменателе. Уже внимание, не точка с запятой, а просто запятая. А1, запятая А2, запятая А3, запятая А4. А в знаменателе здесь А2, запятая, А3, запятая, А4. Отлично. Переворачиваем. Получается такая штучка. В знаменателе А1, А2, А3, А4. А в числителе А2, А3, А4. Очень хорошо. Разумеется, я могу привести это к общему знаменателю. И у меня получится окончательный результат. Дробь. Где вот это вот знаменатели, а именно А1, А2, А3 и А4. Да? А в числителе такое замечательное выражение. А нулевое умножить на А1, А2, А3, А4 в квадратную скобку. Плюс А2, запятая, А3, А4. Господа, вот сейчас чуть ли не первый за сегодняшний день момент, когда надо чуть-чуть подумать и понять. Вот чуть-чуть буквально. Но зато это очень нам сильно поможет в доказательствах. Смотрите, что у нас есть. В знаменателе у нас уже все, что нам есть. Правда? Потому что мы уже знаем, что это такое. То есть, на самом деле, что мы сделали здесь написать? В этом месте
мы должны написать вот это выражение, только все индексы на единицу сдвинуть. Согласны? Просто переписывается вот все это выражение, все пять слагаемых, только все индексы на единицу сдвигают. А вот в числителе очень интересно, что а нулевое умножить на вот это плюс вот это. Смотрите, какая здесь история. Если у меня есть... Вот я хочу доказать, что по какой-то очевидной причине вот эта штука, это то же самое, что А0, А1, А2, А3, А4 и все складывает на сколько. Это действительно очевидно. Да, давайте просто посмотрим внимательно. Значит, А0, А1, А2, А3 и А4. Как это устроено? Во-первых, произведение всех их. Как вы считаете, оно здесь где-нибудь есть или нет? А если посмотреть? Вот здесь же произведение всех четырех было? Оно еще на 0 доносится, замечательно. А вот дальше, очень простая штука, ну по анекдоту, если я сейчас выйду в коридор, то там либо я встречусь с крокодилом, либо нет. Это известная вещь, да? Вероятность того, что вот по коридору Мехмата бегает крокодил, 50%, да? Ну, если выходит, то либо есть, либо нет. Ну, вот как-то я много лет бегаю и ни разу крокодила не встретил, но тем не менее, вероятность 50%. Согласны? Согласны. Так вот, если про крокодила это всего лишь анекдот, то про А нулевое это жестокая правда жизни. Либо А нулевое вычеркнули, либо не вычеркнули. Внимание. Если А нулевое вычеркнули, вы помните, что мы вычеркивали парни? То есть А нулевое, а рядом кто там у нас? А первое. Так вот, если вычеркнули, то у нас остается только это. Только А2, А3, А4. А если А нулевое не вычеркнули, то я сейчас произнесу удивительную глубокомысленную фразу. Если А нулевое не вычеркнули, то его не вычеркнули. То оно осталось. Веселенькое присутствует в качестве множителя. А вот дальше, ну, кого-то, может быть, вычеркнули какие-то пары не вычеркнули. То есть дальше все. Поняли идею? Господа, от количества букв это не зависит. Это просто такой общий факт. Вот когда вы ввели определение, что такое в квадратных скобках через запятую написанные числа, то очевидный факт состоит в том, что первую букву, когда берешь, то она либо вычеркнута, но тогда она вычеркнута вместе со своей соседкой, то есть со второй буквой. Ну, а все остальные, начиная там, с третьей буквы и до последней, ну, как вычеркнули, не вычеркнули, какие проблемы. Либо же она осталась, тогда она осталась в качестве множителя. Все поняли? Так вот, господа, вот эта выкладка, она, собственно говоря, доказывает вот это. И, как ни странно, это было единственное трудное место по всей сегодняшней лекции. Что называется, давайте потратим еще на этом месте минутку, одну минутку, потому что дальше будет легче, причем во много раз легче. Единственное трудное место – это вот это. Так, есть проблемы какие-нибудь? То есть, все видят, да, что знаменатель, он, так сказать, остается естественным образом, а числитель – такой вот преобразование. Так, ну все? Все. Заявление. Если мы с вами уже доказали, так вот, если мы с вами доказали верхнюю строчку, точно не надо второй раз? Точно все поняли? То на самом деле мы доказали вот эти две тоже совершенно очевидным образом. Давайте я вам напишу, и мы просто поймем.
что такое Bn плюс Pn? Вот по этой формуле. Это надо написать А на любое, запятая А первая, запятая А второе и так далее, А Nная, А n плюс Pn. Очень хорошо. Так вот, А n плюс Pn. Или вычеркнули. Но если его вычеркнули, то вместе с АМ. И тогда что осталось? До АМ минус первого. Согласны? Или не вычеркнули. Но если не вычеркнули его, то оно есть в качестве множителя. Обязательно. А здесь осталось А нулевое, А первое и так далее, А n. Вот и все. Это Pn, а вот это вот, это Pn минус первое. Смотрим на форму. Получаем, что мы все доказали. Поняли идею? Отлично. Теперь глядите-ка, чем отличается Q n плюс первое. Да ничем, кроме того, что начнется все это выражение не с А нулевого, а с А первого. Здесь будет до А n плюс первого. И опять-таки, либо А n плюс первое вместе с предшественником вычеркнули, и тогда получится выражение с А первого до А n минус первого. Либо не вычеркнули, и тогда получится с А первого до А n. Ну, господа, ну вот все хорошо. Это у нас называется Qn минус первое, а это называется Qn. Все, все. То есть, заметьте, эти две строчки являются мгновенным следствием вот этих равенств и свойства вот такого выражения, которое называется континуанта Эйлера. Континуанта – это от слова непрерывный. Непрерывная дробь или цепная дробь. Это одно и то же. В некоторых книжках говорят про непрерывные дроби. Имеется в виду, что все время переворачивают. В некоторых книжках говорят про цепную дробь. Не важно. Важно, что мы сейчас с вами уже готовы доказывать вот это равенство. Ребята, если n равняется единице, а зачем единице? Если n равняется нулю, то вот это выражение записывается следующим образом. P первое Q нулевое минус P нулевое Q первое. Так, давайте вспоминать, что такое P первое. У нас есть табличка, хотя, конечно, я это не вспомню, но на всякий случай для вас должен сказать. Да? Это есть A нулевое. А первое плюс 1, Q нулевое, это что у нас было, единица, по-моему, да? Вот. И пошли смотреть, P нулевое и Q первое. P нулевое это А нулевое, Q первое это у нас А первое, да? Действительно, получается единица. А что такое единица? Это минус 1 в нулевой степени. Таким образом, база индукции действительно доказана. Теперь, очень просто, теперь переход. Пишем. Предположим, что для некоторого n, мы уже доказали, равенство. Можно я не буду переписывать? Вот имеется в виду вот это равенство. Да? Тогда для n плюс 1 что у нас будет? У нас будет pn плюс 2 qn плюс 1 минус pn плюс 1 qn плюс 2. Смотрите, что я сейчас делаю.
я просто-напросто PN плюс второе и PN плюс второе по нашим формулам спешу. PN плюс второе это что такое? Это AN плюс второе, PN плюс первое, плюс PN. PN плюс первое я трогать не буду. PN плюс первое я тоже трогать не буду. А вот PN плюс второе, естественно, распишу. AN плюс второе, PN плюс первое и плюс PN. Разумеется, сейчас нужно просто раскрыть скобки. Получится AN плюс второе, PN плюс первое, PN плюс первое, плюс PN плюс первое, минус AN плюс второе, PN плюс первое, PN плюс первое, минус PN плюс первое, PN. Очень хорошо. Очевидно, все, что с А, исчезнет. А здесь останется такая забавная штука. Давайте я знак минус сразу вынесу за скобку. А здесь останется PN плюс первое QN минус PN QN плюс первое. Господа, это выражение, это в точности есть то, что у нас было, а значит, это будет минус 1 степень R. Но что такое минус минус 1 в степени n? Это как раз и есть минус 1 в n плюс первой степени. Очевидно? Доказал. Доказал. Ну, единственное, у меня сейчас проблема немножко с местом. Давайте я беру высоту, потому что, конечно, вы это и так уже все поняли. Так, вот это вот, я все сотру, да? И перехожу к последнему равенству. Наверняка вы уже понимаете, что сейчас проблем не будет вообще никаких. У меня есть формула для PN плюс первого, у меня есть формула для PN плюс первого. Все, что нужно, это просто подставить. Поехали. PN плюс первое, QN минус первое. Минус PN минус первое умноженное на QN плюс первое. Что это такое? Вместо PN плюс первого я подставляю AN плюс первое PN плюс PN минус первое. Значит, это умножается у нас с вами на QN минус первое. Вычитается из этого PN минус первое умноженное на AN плюс первое QN плюс QN минус первое. Успеваете? Так, теперь надо просто раскрыть скобки. Обратите внимание, вот это исчезнет. Здесь вынесется за скобку AN плюс первое, AN плюс первое вынесется за скобку, а в скобке будет такое PN QN минус первое минус PN минус первое QN. Давайте соображать, что же это у нас такое интересное выражение. PN QN минус первое. А это вот это, только на единичку сдвинут индекс, правильно? Значит, нужно будет все-таки в n-1 степени. А n плюс 1 умножить на минус 1 в степени n плюс 1. Или n минус 1 по вкусу. Не важно. Важно. Совсем другое. Но тут, господа, что мы все явную форму показали. На этом строение формальной теории цепных рабей на самом деле следует признать законченным. Конечно, ответ «а зачем?» намного интереснее, да? Вопрос «зачем?» ответить намного интереснее, чем доказать эти формулы.
другой стороны, невозможно было заниматься содержательными вещами, пока вот этот такой вот совсем-совсем простой курс не был пройден. Ребята, дело в том, что когда вы знаете эти формулы, то вы гораздо легче можете работать с цепными дробями, чем когда у вас этих формул не было. И начну получать содержательные результаты о цепных дробях. Во-первых, мы с вами научились решать в целых числах любое уравнение вида x минус by равняется единице, где a и b целые числа. Ну, разумеется, взаимно простые целые числа. Почему? А потому что вы можете взять и разложить число a разделить на b в виде цепной дроби. Согласны? Замечательно. И значит, у вас получится, что а разделить на b это какой-то там b делить на b. А после этого вы вспомните вот эту форму, что pn умножить на pn минус 1 минус pn минус 1 pn это минус 1 pn минус 1. Роль а исполняет pn, роль b исполняет qn, и x и y это qn минус 1 и pn минус 1. Конечно, здесь минус 1 в степени, но ничего страшного, можно на минус 1 в случае чего умножить x и y. Таким образом, цепные дроби дают очень быстрый способ для того, чтобы искать решение в целых числах такого уравнения. Если кто-то из вас именно в каких-то мат-классах, мат-школах учился, то обязательно знаете, что это одно из важнейших уравнений в теории чисел. Что, знаете, пока вы не умеете его решать, ни о чем другом, в общем, разговора быть не может. Это очень важно. Уравнение первой степени надо обязательно уметь решать. Да? Хорошо, да? Вот цепные дроби, значит, оказывается, применимы для этого. Но дальше больше. Давайте посмотрим, как подходящие дроби расположены по отношению к числу. Ну, мы уже понимаем, что если у нас есть некоторое число, его можно разложить цепную дробь. И дальше можно, собственно, смотреть, с какой стороны от числа расположены подходящие дроби. Вот это бесконечность, вот это вот некоторое произвольное число альфа. У него есть целая часть альфа. Это тот самый элемент а нулевое, да? Вы понимаете, что это есть? P нулевое разделить на P нулевое. Ребята, сейчас я докажу ту самую теорему, про которую вначале мы уже говорили. Что оказывается, движение от подходящей дроби к следующей происходит по следующей схеме. Шаг поменьше назад, еще поменьше вперед, еще поменьше назад. Поняли идею? Вот такое вот качание. При этом каждый следующий меньше, чем предыдущий. Что это на самом деле означает? Что я сейчас реально хочу доказать? А я хочу доказать, что все дроби с нечетными номерами больше, чем альфа. Все дроби с четными номерами меньше, чем альфа. И при этом, когда вы идете по четным номерам, увеличивается последовательность. Когда вы идете по нечетным номерам, то она тоже что? Уменьшается. Идея понятна? Значит, давайте, я, поскольку эта вещь очень важна в этой науке, я даже не побоюсь показаться скучным,
И давайте я просто выпишу, что на самом деле вы сейчас хотите доказать. Значит, нулевая дробь – это А0. А0 плюс единица делить на А1 плюс единица делить на А2. Следующее. А0 плюс единица делить на А1 плюс единица делить на А2 плюс единица, которая делена на А3 плюс 1А4. И так далее, и так далее, и так далее. Это возрастающая последовательность в коротких обозначениях. P0 делить на Q0 меньше, чем P2 делить на Q2, меньше, чем P4 делить на Q4, меньше, чем P6 делить на Q6, и так далее, и так далее, и так далее. Меньше, чем P2n делить на Q2n, меньше, чем P2n плюс 2 делить на Q2n плюс 2 и так далее. Для четных номеров последовательность подходящих дробей возрастающая. Отлично. Наоборот, для нечетных номеров P1 делить на Q1 больше, чем P3 делить на Q3, которая в свою очередь больше, чем P5 делить на Q5, которая больше, чем P7 делить на Q7, и так далее, и так далее, и так далее. И при этом любая дробь с нечетным номером больше, чем любая дробь с четным номером. Так вот, ребят, если вы на самом деле немножко присмотритесь к вот этим самым дробям, то на самом деле вы поймете, что, собственно, по сути, доказательство это не нуждается, что вполне очевидно. Но в самом деле это не разница, посмотрите, пожалуйста. Разве не понятно, что А0 здесь одно и то же, а здесь просто еще что-то такое добавилось? Очевидно? Да, да, да. Вот, или вот давайте посмотрим здесь. А0 одно и то же, дальше А1, А2 одно и то же. Но к А2 что-то добавилось, поэтому знаменатель увеличился. Если знаменатель увеличился, то эта дробь уменьшилась. А если знаменатель уменьшилась, то... Понятно, да? То есть ничего, кроме простейших неравенств, разумеется, за этим, за всем не стоит. Но полученные нами вот эти неравенства позволяют, на самом деле, еще легче все понять. В самом деле, вот как доказать вот это? Надо просто вычесть из этой дроби эту и посмотреть. Поехали. P с номером 2n плюс 2 разделить на Q с номером 2n плюс 2. Минус P2n деленное на Q2n. Что это такое? В знаменателе произведение двух положительных чисел. Q2n и Q2n плюс 2. А в числителе, смотрите, какая история. P2n плюс 2 Q2n минус P2n на Q2n плюс 2. Номера отличаются на двойку. Единственное, я успел это стереть. Господа, давайте вспоминаем. Здесь было an плюс 1 умножить, по-моему, на минус 1 на минус 1. Что-то это было, да? Вот, замечательно. Значит, когда P умножаешь на Q с меньшим номером, а здесь ситуация ровно такая, P умножаешь на Q с меньшим номером, то получается в качестве ответа, A2n плюс 2, здесь написано n, это то, что здесь 2n плюс 1. Согласны? Ну, замечательно. Значит, надо написать 2n плюс 1 минус 1. Это четное число. А в знаменателе будет q2n, q2n плюс 2. Вот и все. Это больше нуля. Господа, если бы здесь были не 2n плюс 2 и 2n, а 2n плюс 1 и 2n минус 1, то четность ровно на единичку бы изменилась, и результат был бы стопроцентный. Все понятно? Все понятно. Так, теперь как быть, как доказать, что любое число с нечетным номером больше, чем любая подходящая дробь с четным номером?
А очень просто. У нас ровно для этого есть вот эта формула. В самом деле, если мы с вами берем P 2n плюс 1 и вычитаем из этого P 2n делить на Q 2n, то смотрите, что получается. В деноминаторе положительное число, как произведение двух натуральных чисел. А в числителе P 2n плюс 1 Q 2n минус P 2n Q 2n минус 1. Да? Смотрим сюда. Это будет минус 1 в степени 2n. Да? Потому что роль того n здесь выполняет 2n. Это будет положительное число. Значит, мы с вами доказали такую замечательную вещь, что 2n плюс 1 число больше, чем 2n число. Причем так для любого числа n. А теперь вопрос, а как доказать, например, что, ну, не обязательно же мы берем что-нибудь соседнее, например, что число с номером 100, подходящая дробь с номером 100, p сотое делить на q сотое, и p, не знаю, там, 159 делить на q 159. А очень просто. Мы знаем, что вот это вот меньше, чем P 158 делить на Q 158. А оно, в свою очередь, меньше, чем P 159 делить на Q 159. Согласны? Так, хорошо. А если наоборот? Если мне нужно будет сравнить P 300 деленное на Q 300 с тем же самым P 159 делить на Q 159. Что тогда? Очень просто. Тогда я скажу, что P 159 делить на Q 159 больше, чем P 301 деленное на Q 301. А оно больше, чем P. Все поняли? Значит, я доказал. Причем без всяких неравенств, хотя мог бы и с неравенством, нам тоже будет несложно. Я доказал вот этот вот замечательный закон. Хорошо? Сейчас я, на самом деле, правда, нарисую красивую картинку. Это будет просто кусочек этой картинки. А именно, вот есть 4 альфа. Pn делить на Qn. А здесь вот Pn плюс 1 делить на Qn плюс 1. Это для случая четного числа n. Для случая нечетного числа n они просто меняются местами. Но в любом случае, согласитесь, что вот этот отрезок короче этого. Очевидно? Так вот это простое соображение позволяет нам написать, на самом деле, очень важное неравенство. Господа, когда я приведу к общему знаменателю, в числителе будет как раз вот это выражение, про которое мы доказывали, что это нельзя в какой-то там степени. Значит, если я возьму модуль, то это будет единица, деленная на кубенное, кубен плюс 1. Кстати, в принципе, я знаю, что это такое. Это есть единица делить на qn, а n плюс 1 qn плюс qn минус 1. Вот. А это меньше, чем единица, деленная на а n плюс 1 qn в квадрате. Господа, это важнейшее свойство цепных дробей. Давайте я его торжественно напишу. Альфа минус pn делить на qn меньше, чем единица деленная. А n плюс 1 не так важно. Важно, что qn в квадрате. То есть, если вы берете знаменатель порядка тысячи,
то приближение будет порядка 1 миллиона. Вот это и называется подходящий дроби. Это хороший способ для приближения. То есть, если qn это у вас будет порядка 10 тысяч, то здесь знаменатель qn в квадрате, это будет 100 миллионов. Понимаете идею? Квадратичная функция здесь. Это оценка сверху. А теперь смотрите, как получить оценку снизу. Вы же помните, что четные дроби с одной стороны приближаются, нечетные дроби с другой приближаются. Значит, Pn плюс второе будет где лежать? Между. Pn плюс второе делить на Qn плюс второе. Значит, вот этот отрезок, давайте мы его запишем. Альфа минус Pn делить на Qn, наоборот, больше, чем Pn плюс второе делить на Qn плюс второе минус Pn делить на Qn. А когда вы это приведете к общему знаменателю, то у вас будет такая штука. Ну, только на единичку не будет сдвинется. Вот. И значит, мы получаем замечательную вещь. Вверху an плюс второе, а внизу произведение qn плюс второе qn. Ну, разумеется, опять надо оценить следующим образом. Значит, an плюс второе делить на qn плюс второе qn, это что такое? Это an плюс второе разделить на an плюс второе qn плюс первое плюс qn умножить на qn. Замечательно. Замечательно. Если вы поделите на n плюс 2 числительный знаменатель, то вы обнаружите, следующую штучку, что вот эта дробь у нас, ребята, с вами больше, чем qn, сейчас, нет, здесь будет qn плюс 1, qn плюс 1 плюс qn умножить на qn. Я боюсь, что это так не всем понятно, поэтому давайте, вот если вот это поднимешь вверх и это поднимешь сюда, то получится такая штука. Здесь будет an плюс 2 qn, qn плюс 1 плюс qn, а здесь у нас будет an плюс 2 qn плюс 1 плюс qn умножить на qn. Так, идею поняли? Значит, итак, an плюс 2 qn qn плюс 1, an плюс 2 qn qn плюс 1 здесь есть, an плюс 2 qn в квадрате. Здесь просто qn в квадрате, а здесь an плюс 2 умножить на qn qn. Ну, если an плюс 2 единица, то это будет равно, а в общем случае будет больше или равно. Так мы же за это не боролись. Значит, у нас получается, смотрите, какая штука, больше или равно, чем единица, деленная на qn плюс 1 плюс qn умножить на qn. Ну, это, господа, типа qn плюс 1 умножить на qn, да, это тоже похоже, смысл такой. Мы и снизу имеем оценку, мы и сверху имеем оценку. Подходящий дроби – это могучий аппарат для изучения того, как числа можно приближать дробями. Есть большое количество интересных теорем на эту тему. Я, разумеется, сейчас докажу только одну, просто у меня уже время близко к завершению, совсем близко к завершению. Но это одна теорема, достаточно интересная для того, чтобы вы поняли, для чего же это здорово. Теорема будет звучать так. Если есть n и n плюс 1 подходящие дроби, то выполнено хотя бы одно из таких неравенств. Thank you.
обязательно хотя бы одно из этих двух механизмов. Давайте посмотрим, почему это абсолютно очевидный факт. Ну, давайте смотреть так, методом оперативного. Пусть оба неравенства не выполнены. Тогда картинка, смотрите, какая. Число альфа расположено где-то между нашими этими числами, да? Ну, в зависимости от четности, может быть, надо перевернуть всю картинку, но все равно между. Длина вот этого отрезка, это единица делить на qn, qn плюс 1, на произведение этих чисел. Если у нас эти неравенства не выполнены, то тогда вот длина этого отрезка больше или равна, чем единица делить на 2, qn называется, а длина вот этого отрезка больше или равна, чем единица делить на 2, qn плюс 1. И, соответственно, мы получаем такое замечательное неравенство. Единица, деленная на qn, qn плюс 1, больше или равно, чем единица делить на 2 qn в квадрате, плюс единица делить на 2 qn плюс 1 в квадрате. Если вы все это умножите на 2 qn плюс 1 в квадрате, qn в квадрате, то получится такое неравенство. 2 qn, qn плюс 1 больше или равно, чем qn плюс 1 в квадрате плюс qn в квадрате. Перенесете, получаете такое неравенство, что оказывается квадрат разности меньше или равен 0. Вообще-то qn не равно qn, потому что у нас длина все время возрастает, и такое не бывает. Дальше я доказывать уже ничего не могу, уже закончилось. Я могу сказать следующее. Оказывается, что если взять и написать здесь не 2, а 3, то, ребята, такая теорема. Здесь вот pn плюс 2, qn плюс 2, а здесь можно, оказывается, везде написать корень из 5. Это довольно трудная теорема, но не в том смысле, что не... Она, конечно, элементарная. Нужно просто немножко поиграть вот всеми неравенствами, которые... Это на хорошее владение элементарной алгеброй. Вот если всерьез поиграть с этими всеми формулами, то вполне это можно доказать. И в энциклопедии у меня все это написано, там абсолютно на доступном школьном уровне. Ничего сильно сложного нет в этом. Вот. Но на самом деле этот результат очень интересен. Он интересен тем, что здесь корень из 5 нельзя заменить ни на какое большее число. Дело в том, что оказывается, есть такое замечательное число, так называемое золотое сечение. 1, 1, 1, 1, это минус. И для этого самого золотого сечения, если вы здесь ставите любое число большее корня из 5, неравенство не выполняется. Вот, так что на самом деле корень из 5 это такой, да? Там наука еще и дальше прошла. Можно задать вопрос, хорошо, вот золотое сечение такое особое, а если отбросить все числа, кроме тех, которые с какого-то момента 1, 1, 1 пошли, да? Тогда как? Оказывается, тогда это число можно увеличить. Там возникает еще один некий вид чисел. Если его отбросить, тогда еще можно увеличить. А если его отбросить, еще можно увеличить. В общем, ребята, там дальше идут довольно забавные теоретические закономерности. И, конечно, я только показал одно направление, там есть вещи и более важные. Более важные вот какие. Оказывается, можно доказать, что в некотором смысле подходящие дроби – это самые лучшие приближения для числа. То есть, если вы хотите с хорошей точностью приблизить вещественное число, с хорошей точностью, значит, что знаменатель не очень большой той дроби, которой вы приближаете это число, а приближение, чтобы было, точность приближения, чтобы была хорошая. Так вот, оказывается, что если вы хотите это делать, то тогда надо пользоваться именно подходящими дробями, ну или дробями, которые очень-очень легко получаются через подходящие. Там полностью, что называется, замечательная наука, все это выяснено. Причем все это тоже несложно. Опять-таки, все...
написано, в общем, господа, теория цепной травии – это наука, которая в свое время преподавалась в школе, самое что ни на есть в средней школе. Ну, разумеется, да, вот высоких таких вот результатов там не находили. Я надеюсь, что она когда-нибудь опять не преподавалась в школе. Потому что на самом деле, вы заметили, вот тот кусочек, который я сегодня рассказал, согласитесь, он несложный. А главное, он разумный. Он объясняет смысл алгебры. Вы же в школе очень часто страдаете от того, что вы не понимаете, зачем все это делать. Да? Вот. А здесь, с одной стороны, нужно и алгебраические преобразования делать, а с другой стороны, у них у всех есть какой-то смысл. Да? Вот. Для серьезной математики теория цепных дробей является абсолютной классикой. Там известны ответы на очень многие вопросы. Этой наукой занимались самые выдающиеся математики, скажем, Гаусс внес большой вклад. В нашей стране тоже это развивалось очень мощно. В общем, это такая очень достойная, серьезная область теории чисел. Ну, все, давайте на этом сегодня остановимся.